Часы пустить. Пора большая. Поехали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. Канал про авіацію і людей, які працюють в ній. А я з України. Війна в Україні триває понад 8 років. І вже 200 днів триває активна частина кровопролитної війни, яку веде держава-терорист Росія проти України. Сьогодні 11 вересня, 21 рік тому інші терористи напали на світовий торговий центр. Але рашистський тероризм перевершив усіх попередників. І кожен день вражає своїми масштабами. Тому наше завдання – розгромити це зло. Кожен українець на своєму робочому місці робить свій внесок у нашу перемогу. Запорука нашої перемоги – це наші міцні Збройні Сили України. Нам, як надійному тилу наших захисників, потрібно допомогти Збройним силам здолати рашизм, вигнати окупантів з наших землі. Тому ми продовжуємо збір коштів на безпілотник «Лелека-100». Приєднатися до цього збору може кожен бажаючий. Зробити це можна, відсканував QR-код або за реквізитами в описі під цим відео. Якщо вірити статистиці YouTube, щомісяця кількість унікальних глядачів на моєму каналі приблизно 150 тисяч. Нам треба зібрати на безпілотник 3 мільйона. Якщо кожен з моєї 150-тисячної аудиторії відправить на безпілотник 20 гривень, то ми зможемо дуже швидко зібрати необхідну суму і передати її в фонд «Повернись живим». Для закупівлі комплекту безпілотників «Лелека-100». Кожна ваша гривня творить дива. Але, як би не було дивно, для мене 11 вересня – це також і святковий день. Ви, звісно, запитаєте, чому. А все просто. 11 вересня у мене – день народження. А відсвяткувати мій день народження ми можемо разом з вами. Ви можете зробити подарунок, задонативши будь-яку суму на безпілотник «Лелека-100». А я з свого боку показую вам сьогодні цікаве відео. Дивимося політ, який виконався дуже нестандартно, тому що над пунктом призначення стояла величезна гроза. Пілотує наш командир Петро. Дивимось. Да, интересная обстановка. Ага. Борты над городом, по-моему, идут, да? Ну да, ну мы будем ориентироваться, видим на экране все борты, как идут. И, ага. И не прямо, видишь, все пошли туда, то есть, естественно. Так и мы будем рассчитывать. Пойдем прямо, конечно, конечно, сейчас не переживай. Мы нам же идти на буст, поэтому дойдем до буст и там порешаем. Ага. Подходим 12 тысяч потихонечку. American 866 passing 30.5 for 300. American 866 passing 30.5 for 300.
скорость 350. Устанавливаем. Подходим 250, устанавливаем. Окей, 220 for American 866, present heading. Center 68, Romeo Tango. Number 8, Romeo Tango. Hey, Romeo Tango, my bottom hand, you can see this is over to the right. Do you have any suggestions? I'm going to be arrival. Clear with just water to the head, your side of the course. Okay, so we're just staying on the arrival route. Yes, the last four heading to the state. Okay. Albuquerque, medevac, check control for 7270, TV, arrival 1.7. Подходим к шоу. Медевак, check control for 7270, и скорость почти ваша. Хорошо. Подходим 3918, contact, Phoenix approach 120.7. 120.7, Antonio 3918. Стоит. Мы на 6000, air traffic. Прошли шок. Да. Командир, я застрахировал. 12. Стоит 127. Да, 12. Да. Заняли. Да, курс просим 200 для входа. Phoenix, Antonov 3918. Good afternoon, maintaining 12000, requesting heading 200.5 void. Alpha Delta Bravo 3918, flighting 200, maintain 7000, expedite descent. Match expedited descent, descending 7000, Antonov 3918. Режим, смотрим. Отлично. Чуть-чуть давай. Нам лучше под это пройти. Number 8, Hotel Victor, descend maintain 5300. 5300, Native to Victor. Она выше уже? Вот это выше. Это осадки уже, это светится. Да. А получается на курсе 200. Хорошо. Да, 8-0-2-Victor, это там влево, берем визуально. Number 8, Hotel Victor, you said you have the airport? Affirmative. Number 8, Hotel Victor, clear visual approach runway 21, Scottsdale. Clear visual 21 to Scottsdale, 8-0-2-Victor. Скажи, now clear for weather. Antonio 3918, now clear for weather. Say again. Clear of weather, Antonov 3918. Alpha Delta Bravo 3918, expect vectors over the top of Phoenix Sky Harbor for weather. Expect a visual to runway 30 left at gateway. Roger, expect visual 30 left vectoring. Information. Roger, November 8, Hotel Victor, contact tower 119.9. 19.9 for 8 to Victor 1. Хорошо. Delta Bravo 3918, fly heading 200. Heading 200, Antonov 3918. Не надо было. Хорошо, вправо ходим 200. Курс 200. Командир, начали викторить, магнитные курсы и посадочку, пожалуйста. Давай, нажимаем. Посадка 200. Ага, он будет, наверное, как-то с другой стороны заводить. Вправо 10. Ну, мы же 200. 200? Да, право 10 еще. А, давай. Я думаю, левым он теперь будет вести. Да. Mr. 5 degrees left, contact approach 124.9. 5 degrees left, 24.9, MG1, Southern. Code Citation 2, sorry, 619, Tango Charlie is with you, 4500 East Transition. 619 Tango Charlie, Phoenix approach, roger. Yeah. Подходим, 7000, скорость 250, курс 200, держим. Alpha Delta Bravo 3918, descend maintain 6000. Descend maintain 6000. Антонов 3918. 6000 установлено на задатчике. Продолжаем снижение 6000. Thank you.
такое серьезное здесь. Курс 1.8.0 взяли. 1.8.0, сохраняем 250 узлов, 6000. 6000 горизонт. Километров 80 road distance. Но будем уже как есть, так есть, потому что ситуация. И они очень хорошо из нее выходят, видишь, викториат. То есть у нас пересечем полосу и левым будем заходить. Ну так, чисто для самолетов, да, лучше масштабчик такой крупнее, потому что их очень много. Что тут он между двумя аэродромами идем? Phoenix 45 Julia Hotel 2000 4 coming 5000. 45 Julia Hotel Phoenix 4 Raider contact maintain 5000 for traffic. Я прямо на полосу. Да, на чужую. Тоже большой такой. Хорошо, вот справа перестроены средства. Final. 1.4.0, разворачиваемся. Влево, курс 140. По боковому 12 километров нас подведет. Хорошо. Подходим к курсу. На курс. 13 уже бок. Хорошо. Это 16 миль до торца, да, где-то? Да, да. Хорошо. Боковое 15 километров, до траверса 25 км. Принято. Дождь там идет над полосой? Возможно. А может тот, который, как говорили, который не долетает до полосы? Как ты такое слово говорил? А, вигра. Вирга. 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 Виагра.
вот это путал просто. Развернемся в сторону полосы. ДМЕ стоит километр за торцом. Принято. Я в милях? В километрах перевел. Alpha Delta Bravo 3918 Heavy. Turn left, heading 110. Descend and maintain 5000. Turn and left, heading 110, descend and 5000. Antonov 7980. Хорошо. 5000 установлено на задачке. 5000. 110. Дальше, курсе 110. Он маленький аэродромчик. И выпускаемся, будем выпускаться. Но, да, сейчас. Проходим траверс, да? Нет, еще полтора километра. Хорошо. Сейчас подойдем, мы начнем выпускаться. 17, боковое 9 километров до траверса полосы. Тысяч горизонт. 5 до траверса. 5 горизонт. 5. Ну, чуть-чуть добавим помедленнее и будем готовы. 420. Да, держим. И будем готовы сразу к выпуску. Как намекнут, что мы будем заходить уже. Траверс торца, боковое 14. Отлично. Далеко. И есть какие-то самолеты у нас напрямую. Поэтому идем пока, да. Можно предположить, что на удалении 15 самолет напрямую висит у нас за ним. Может, за следующим. Ну, тогда будем уже решать по расстоянию, по поводу выпуска, как далеко нас уведут. Минимум 10 километров до третьего. По обстановке будут давать, да. Третий. Это нам не по этим. Да-да, нас визуально заходит. Не в этом дело. Порта на заходе. Аэродром видите, да, слева? Нет, он сзади, Александр. Но сзади, слева. На затылке нет у вас. Выйдем напрямую и скажем, что когда увидим, тогда увидим. Alpha Delta Bravo 3918 Heavy. Turn left, heading 070, vector final. Roger, turn left, heading 070, Antonov 7918. Хорошо, боковой 10. Пора. Alpha Delta Bravo 3918 Heavy, descend and maintain 4000. Send in 4000. 4000 задано, закрылочки 2. Закрылки 2 выпускаю. 28 охрана. 28 рудист с минимумом. 70. Прямая. Скажи инсайт. Field inside, Antonov 7918. Alpha Delta Bravo 3918 Heavy, thank you. Cleared visual approach, runway 30 right. Закрылки 15. Cleared visual 30 right, Antonov. Боковое 6. Все, снижаемся без ограничений. Снижаемся. Боковое есть, курс 330. Боковое 6. Удаление 17. Отлично.
беру 330. Alpha Delta Bravo 3918 Heavy, contact to Gateway Tower on 120.6. Good day. 120.6, Антонов. 4 бок. Have a nice day. Хорошо. 15. Командуй. Шасси. На первую шасси станцию. На первую прикроем. Шасси. 3 километра бок. 4000. Снижаемся. И поехали дальше. Да. 2.5 бок. Увеличим кренчик. Увеличим. 2 бок. Шасси выпущено, сколько закрыто. Да нейтрально. Кран нейтрально, смотрите, ровно за. Максимальный крен. Нормально. Хорошо. Дроне 15. Тормоза проверим. Проверяем. Тормоза нормально идем. Хорошо. Проверяй тормоза. Полосы наблюдаем, идем визуально. Марма, пропуск. Читаем карты. Назепул. Назепул, курсовки 303. ВБР, наверное. 300 метров. Шасси. Выпущены. Тормозная система. Проверено. Система посадки. Вижу. Аварийное предупреждающее табло. Не горят. Не горят. Не горят, по-моему. Не горят. Не горят справа. Тоже крылка выполнена. Хорошо. Полоса... перед правая. Нами. Правая перед нами. Да, молодец, отключили. Дальняя 10 на профиле, на курсе. Хорошо, решение 300 метров примем. Садимся. Хорошо. Садимся. Закрылки 30. Закрылки 30 опускаются. 9 удаления. Нормально. Хорошо, да, чуть-чуть выше. Отлично. Дальняя 8, на маске 30. Заканчиваем карту. Закрылки, прикрылки. 30-17. Кошеры, кошеры. 30-17. Рука от Хареса. Рабочая. Рычаг интерцептора. 0-3. Перепуск воздуха. Включен. Пары. Выпущены, отключены. Выполнена посадка, разрешена. Продолжаем визуальный заход. Правая полоса. Дальняя 6 километров, 300 метров высота. Высота 300. Стабилизированный заход. Да. Попутных 4, командир, возможно, сдвиг. Хорошо. Идем визуально по папе. Фары посадочные. Включил. Можно немножечко. РВ. 100 метров. 90 метров. 80. 70 метров. 60. Полсотни. Минимум, минимум. 40 метров. 30, 25, 20 метров, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, полметра. Касание, скорость 230. Реверс включил. 4 зеленых. Горит. На реверсе. Реверс максимальный параметр. 190. 170. 150 скорость. Реверс уменьшаем. Реверс. 130. В конце полосы по командам диспетчера. Принято в конце. Обогрев ПВД Л2. Закрылки убрал, интерцептор убрал. ЗМГ поставил. И тягу прямую сделал.
Влево и? Влево и прямо. Влево и прямо. Все, пересечение. Центральное пересечение. Пересечем эту полосу, поехали. Можно первую пересекти. Хорошо. Режно узковато. Давай. Перед нами. Разрешено пересечь. Да. Что такое? Ну, это... Сигнализация, да. Дыма в КД грузовой. Отключил. Понял. Ну, он там попадает что-то на датчик в момент открытия. Солнышко попадает, пыль поднимается при посадке. Он воспринимает как дым. 5 раз 6, блядь, не работает. Пыль какая? Какая же? В грузовой кабине пыли нет. Intel Bureau 3918, cross runway 30 left at Golf, turn left on taxiway, Bravo. Roger, clear, cross 30 left, then left via Bravo. Intel Bureau 3918, contact ground control 128.25. 128.25, have a nice day, Intel. 128.25. Хорошо, сейчас. 25 установил. Пересекаем и первое налево. Да. Сразу как пересечем, будем с раундом. Хорошо. Можно внутреннее выключить, как холодится. Свободно со всех сторон. Хорошо, свободно. Все. Граунд работает. Ground Antonov 3918. Good afternoon, runway vacated, all Bravo. In and out 3918, gateway ground. Taxi park via Bravo, Lima, Alpha. Bravo, Lima, Alpha. No promises on the approach, it depends on how busy the next guy is. Принято. Да, на Лиме, до Лимы, потом на направо и налево, на параллельную рулежечку, да. Перерулим. На ней стоять будем. Двигатели охлаждены, включаем 1-4. Давай. Ground. Ground. Victor Alpha, hold short Papa. Victor Alpha, hold short Papa for 3-0 center, Legion 1342. Страна частной авиации. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятим ворогам! А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!